Хорошо. А скажите, пожалуйста, принимали вы ли участие в мероприятиях «Науки будущего» в Петербурге или в Севастополе? Нет. Первый раз я попал на этот форум, и мне очень нравится здесь. А знали бы вы ранее что-либо о Казанском федеральном университете? Да, как же. С самого начала, когда здесь был Лобачевский, потом Ленин, он стал федеральным, и что здесь более 40 тысяч студентов, что это очень интересный университет, в смысле по охвату тематики и всяким знаниям, которые тут даются. Я летел сюда с группой из китайских студентов, которые все летели учиться сюда. Человек, наверное, 30. Хорошо. Вот с вашей точки зрения, проведение науки будущего в КФУ оправдало ваши ожидания? Да, на 100%. Это очень правильно выбранное место.